Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info, а перед нами iPhone 13 Pro Max. И в этом видеоролике мы вам покажем, как узнать свой номер телефона на данном устройстве. Для этого мы подобрали вот такую вот табличку, можно сказать. Смотрите, мы заходим на нашем айфоне в телефон, где мы обычно набираем номера. И здесь находим, во-первых, свою страну. Здесь у нас есть Россия и Украина, а также своего мобильного оператора. К примеру, если я хочу узнать свой номер телефона у российского Мегафона, тогда я вписываю звездочка 205 решетка и нажимаю на кнопку вызова. И у меня здесь покажется мой номер телефона, если у меня в телефоне будет сим-карта. Если я, к примеру, с Украины, я всегда ввожу звездочка 161 и решетка. В Украине всегда код одинаковый. Если у меня, к примеру, российский оператор Теле2, я вписываю звездочка 201 решетка, и у меня появляется мой номер телефона вот здесь вот. В ситуации, если у вас здесь нету вашей страны или вашего оператора, вы заходите в Chrome и вписываете в стиле «Как узнать номер у такого-то оператора», и вам покажет код, с помощью которого вы сможете найти свой номер. Мы же на данном моменте будем заканчивать. Больше видеороликов о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, и всего хорошего. Пока!